Привет всем, кто в первый раз, подписываемся на канал и не забываем за колокольчик. После запуска этого аквариума прошло 2 месяца. Сегодня буду делать подмену воды и прополку. Но видео решил снять не про это. Меня многие спрашивают в своих сообщениях, сколько мне обошелся этот аквариум, где я все это покупал. Аквариум я покупал в своем городе в акватике. Его размеры 90x45x45 из оптивальта. Мне с доставкой он обошелся 5600 гривен. Свет заказывал у Димы из Днепропетровска для самостоятельной сборки. То есть сам собрал, сам спаял. Видео есть на канале, как я это делал. Вышел он мне 6400. По грунту здесь одна пачка подложки Акваэра в районе 300 гривен. Сверху лежит GBR-монада с прошлого аквариума у меня. Но думаю, 10 литров бы хватило. Это 500 гривен. Коряги мне помог найти мой знакомый Владимир, аквариумист. Их тут 3 штуки. Обошлись они мне 210 гривен. Обогреватель здесь дешевый, 300 гривен. Тумбу заказывал, собирал сам. Вышла она мне 2300. Фильтр здесь JBL 1501. Рыночная цена где-то 4000. Система CO2 на 5 литров баллон, раздвоенный на 2 аквариума, все вместе мне обошлось 5000. Итого мне вся эта красота вышла 24400, это где-то 1000 долларов. Здесь я люблю всегда осмос, это можно добавлять, не добавлять. Ну, вроде рассказал все, сейчас покажу более детально. Такое стекло сантиметровое, ну то есть 10 миллиметров. Сейчас классно свет. Вот такой профиль. Сейчас лампа включена на всю. Ну, тепленький. Я, правда, на всю не пользуюсь. Он у меня появился для первого аквариума. Высота была у него 60 сантиметров. Сейчас 45, ну, включаю, на порядок меньше. Вот такой у меня обычный выбор стоит. Вот такая коряжка уже заросла. Сейчас покажу тумбу. Тумба вот такая на ножках. Вот мой фильтр. Ребят, вот JBL у кого есть, подскажите, тоже шумит так? Может, сейчас будет слышно. Вот такой баллон. Вот так я подаю CO2 в этот аквариум. Вот стоят у меня 2 крана, раздвоитель. На второй аквариум. В этой тумбе у меня управление светом. Он делает у меня рассвет, закат. Вот у меня блок питания. Сейчас покажу. Могу регулировать свет. Вот это я сделал себе управление, могу включать свет, фильтр, обогреватель, CO2. Все обратно включим. Вот здесь мое такое для аквариумов. Ерунда всякая. Пользуюсь я вот такими удобрениями. Аквариум. Ребят, вроде я сказал все. Не забываем про лайки.
И всем пока!